Я обещал сделать папу домой. Да. Видео, по-моему, набралось или нет. Я уже не помню, что там видео. 5 лайков или нет. Но я все равно сделаю обзор на мод. Надеюсь, мне хорошо слышно. Так, первое то, что я хочу показать из предметов, которые у меня в инвентаре. Да были это мало предметов, но интересных. Первый предмет это танк. Это место яйца в режиме ведьм. Такой вот место. Его можно бить, но это бесплатно, да, потому что такое его очень долго бить. Но еще оно как настоящая ведьма хилится при ударе. Но у него можно сесть. Открыть инвентарь. Здесь. Это как сундук? Сюда можно положить что-нибудь. Но также и можно управлять с помощью, покажу попозже, вот такой вот, есть вот такой вот пистолет. Его натягиваешь, как лук, и стреляешь. Вот такие взрывы он производит. А сейчас мы будем покататься на танке. Кстати, заметьте, это танк из... серии, которые я раньше снимал. Ой, которые я снимал. А, по-моему, типа мировая, фильм «Мировая война», и скоро выйдет вторая часть. Ой, вторая серия. Вот, смотрите, как видите, мы тут, получается, можем ехать на нем и стрелять. Вот так вот. Только не всегда ямы появляются. Можно сказать, что эта пушка стреляет. Кстати, давайте его сейчас какую-то вот стража. А, там слишком много шалкеров. Там очень много шалкеров, поэтому должно уйти. Короче, мод хороший. Да, очень хороший. Вообще идеальный мод. Все, танк сломался. Он упал. Вот так вот выглядит, как я тут катаюсь. Прикольно выглядит. Также можно снимать всякие клипы. Типа... Вали на гелике. Так вот. А больше я не знаю, что буду песню. Ставьте катиться вот так. Кстати, я могу только видео выпустить. Да. Прикольно. Прикольно так. Ну, в принципе, можно на этом с вами прощаться. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забудьте подписаться на канал, если не забудьте подписаться на канал. Все. Ну, если, короче, нажмите на кнопку «Подписаться под видео». Если она у вас серая, значит на нее не надо кликать. А если она красная, то кликните на нее обязательно. И тогда все будет хорошо. Не забудьте ставить лайки и подписываться на канал. Всем удачи, всем пока, спасибо. Всем пока.